Хочу сказать про нашу общую боль жильцов дома по адресу улица Донецкая, 14. У нас в течение полугода течет ливневая канализация, которая признана бесхозной, как и все остальные придомовые ливневые канализации города Волгограда. Наша управляющая компания «Микрорайон 101» эту проблему решать отказывается. Сточные воды, которые текут из ливневой канализации, подмывают прилегающий грунт электрощитовой, размывает асфальт. Зимой во время подтекания данных вод сформировался наледь с большим количеством льда. Машины не могли проехать по дороге. Сейчас данные сточные воды размыли уже прилегающие участки асфальта, грунта, прилегающей территории вокруг этой ливневой канализации. Также есть проседание грунта вокруг ливневой канализации. Здесь же рядом расположена детская площадка, то есть куда идут эти сточные воды, под детскую площадку, под фундамент нашего жилого дома, мы точно сказать не можем. Но нашей проблеме никто решать не собирается.